Всем привет! Есть у меня такая маска защитная для страйкбола. Сеточка. Хочу ее сейчас протестировать. А именно хочу проверить, не крошатся ли шары при попадании в сетку и не залетают ли вовнутрь. Для этого я подставлю обыкновенную салфетку, ну, тоненькую салфетку. Сделаю несколько выстрелов с расстояния около 5 метров, ну, до 5 метров. Шар 0,25 грамма, скорость вылета шара 140 метров в секунду. Шар надчербило, сетка немного вгнулась и салфетка немного прорвалась. Здесь видно дырки и белые крошки. Итак, протестировал я маску, сделал несколько выстрелов. Много по маске не стрелял, чтобы не коверкать ее. Вот два попадания таких прямых и две вмятины. Салфетка все-таки у нас порвалась. Есть несколько царапинок вот на ней. Шары фирмы ВЕ. Воздуха внутри в шарах нету. Это хорошо. Мое мнение. Маска испытания не выдержала, так как при ближних расстояниях в зданиях шар, расколовшийся, может повредить глаза. Всем спасибо за внимание. Пока.